Сегодня вся страна, весь мир смотрит, не может отойти от телевизора. И мы, отряды Путина, не можем дальше больше терпеть. Что ж ты сделал, Байден? Боже мой, то ты залезешь на самолет, да не вылезешь, то ты не знаешь, с какой ты женой живешь, как ее зовут, ты не знаешь. И вдруг ты замахнулся на нашего Путина. Ты даже не имеешь права это слово произносить, мы тебе запрещаем. Мы долго терпели ваши вызовы, долго. Что вы лезли на Украину, вы сделали платформу, вы свезли всю военную технику, вы со всех стран набрали военнослужащих, чтобы не убивали наш украинский народ. Ты все сделал, а теперь ты добрался до Путина? Ах ты, негодяй! Что ж тебе, это мы тебе объявили, что мы не хотим пользоваться твоим долларом? Это началось только с газа, закончится всем, абсолютно. Мы прерываем с вами дипломатические отношения. Ты слышишь нас? Ты нашу страну считаешь за территорию. Это величайшая держава.